Всем привет! Я хочу с вами поговорить о пончиках и о бутербродах с сыром. На мой вкус, бутерброды с сыром намного лучше, так как их можно приготовить в домашних условиях, и никуда не надо ходить, допустим, в магазин там, как за пончиками, и т.д. и т.п. Но они вкуснее намного, их можно делать больше, чем пончиков. То есть на пончики нам придется тратить много денег. А на бутерброды с сыром нет, нам придется только купить сыр, соус и майонез. И можно сделать в любых количествах. Ну, вы поняли, короче. А пончики тоже я люблю, да. Но за ними постоянно приходится бегать в магазин и т.д. и т.п. И от них толстеешь, в общем. Да, но если вы любитель похомячить, то лучше пончики. Но мне больше нравятся бутерброды с сыром.